Нас вирус рассадил всех по домам. Ему без разницы, ты беден или богатый. Мы вспомнили детей, отцов и мам. А есть и те, кто вспомнил, что женатый. Мы утопали днями в суете, бежали на работу и обратно. Да, все пройдет, но мы не будем те. Мы с Богом все вели себя отвратно. Стоят Роллс-Ройсы, Жигули стоят, и самолеты в небе не летают. Все корабли в порту спокойно спят. С вокзалов поезда не отправляют. Нас вирус всех толкает на вопрос, зачем живу и как вообще жить дальше? Все Бог присек, чтоб мир не шел в разнос, и человек учился жить без фальши. Куда ты, человек, скажи, бежал? И для чего вообще ты суетился? Твой смысл жизни просто исчезал. Ты что, для бега в этот свет родился? Побудь немного дома и окстись, без паники. Все взвесь и успокойся. Не на бегу ты Богу помолись. На диалог серьезный с ним настройся. Всевирус всему миру сказал стоп. От страха наши души содрогнулись. Такой он, современный есть потоп. А как еще? Чтоб разом мы проснулись. Мы в мусоре топили города. Качали нефть и газ без передышки. А есть ли где-то чистая вода? Теперь мы не бежим аж до одышки. Нас вирус рассадил всех по домам. Чтоб наконец-то голову включили. Планету превратили мы всю в хлам. Ее мы, убивая, не лечили. Мы лили химикаты, жгли леса, бурили, с корнем недра вырывая. И совести глушили голоса. Планета все вертелась, умирая. Скажите, разве это хотел Бог? Чтоб мы, придумав деньги, им молились? Выглянув в окно, увидите итог. До Третьей мировой мы докатились. И чтобы кровь напрасно не лилась, и чтобы мы задумались, проснулись, наладьте с Богом поскорее связь. От пепла прошлого пред выходом встряхнитесь.